Всем привет, ребята! И сегодня я хочу вам показать моды, которые я скачала, так сказать. И у меня их аж 19 штук. Да, ребят. И у меня сейчас, наверное, скоро взорвется компьютер, потому что он не такой уж и сильный. Наоборот, у меня слабый компьютер, но как-то загрузил вот эти вот крутые моды. Да, кстати, хочу сказать то, что мод от аддона жестко отличается. Во-первых, мод — это мод, он определенный, какой-то определенный в какой-то рамочке находится, а аддон — просто заходишь в яйца животных, и все, и там как бы он есть. Сейчас как раз вам покажу мой домик, потому что он немножко недоделанный. Осталась только одна моя спальня, и все. Будет просто шикарно. Сразу покажу мод. Вот. Так, стоп. Это пока не сейчас. Быстро поспим. Да, вот. Вот так вот я сплю. Пока что. Пока не сделаю свою комнату. Итак. Смотрите. Первый мод это дорога, ну то есть блоки дорожные, знаки, все такое. Вот даже, а вот такая вот зебра есть. И да, когда мы, короче, идем, видите, вот такие вот фиолетово-черные, это значит мод. Вот, ну тут понятное дело, да. Дальше светофор, только он почему-то горит только желтым цветом, ну ладно. Вот такая вот тропиночка тоже, тротуар. И вот это мой дом. Посмотрите, какой он огромаднейший. Строила его очень долго. Я на самом деле карту эту скачала, но сделала рум-тур. Скачала, короче, этот дом. Просто обставила уже свои какие-то задачки. Вот. Покажу вам, как все это получилось. Скину обычную карту этого дома, там ничего нету. Я сама это все построила, именно внутри, снаружи. Я сделала модами, короче. Вот. Дальше такая лестница тоже мод. Тут у меня подарочек. Ну, тут, да. А, да, хотела вам сказать то, что... Сейчас, секундочку. Вот так вот сделаю. А у меня есть такая вот штука. И, типа, кто не знает, вот такие вот. И да, тут появились новенькие. Что это такое? Появились новенькие. Это вот такой вот барьер, кстати, он невидимый. Еще появился командный бой, блок. То есть, если у меня таких вот штук нету, не было, да? Это, кстати, мод. Вот эта вот вся штука, это, кстати, мод. Вот это вот, например, командный блок. Можно было получить только если команду вести. Вот. А так как я скачала мод вот такой вот, тут уже не надо все скачивать. Ой, все писать. Тут уже все есть. То есть командные блоки. Дальше что тут? Вы можете посмотреть вот тут вот. Командные блоки, барьер. Вот такой вот. Повторяющий командный блок. Последовательный командный блок и пустой блок. Блок-конструктор. Ну, в общем, вот так вот. То есть за них можно что-то построить. Дальше это мусорка, ничего такого особенного. Не буду прям все комментировать, просто покажу, что есть. Итак, быстренько показываю. Тут качели, можно посидеть. Вот. Дальше это будка для собаки, пока ее нету, но завидую, конечно же, ребятки, как вы думали. Пока там не буду ничего показывать. Дальше вот такая вот красивая, блин, такая роза, она такая классная, блин, не могу. Дальше батут. Очень классный. Можно прыгать. И, кстати, вот это тоже можно прыгать. И пумс. Класс. Это ракушки. Сейчас покажу. Это ракушки. И дальше вот такой вот гамак. Там еще был белый. Ну, блин, это прикольно же, согласитесь. Вот. Это супец, вот этот вот, печеньки. Тут можно поотдыхать, а шашлыки, например, вот тут вот. Можно либо же, ну, на гриле что-нибудь приготовить. Тут холодные напитки есть. Тут можно пока посидеть, пока готовятся, подождать. Качели, очень
почему-то не залезаются, ну ладно. Тут можно просто позагорать. Вот. Давайте пойдем уже. А, ну тут тележка, как всегда, типа за садом. А, тут можно поиграть. Лейка, грабли, вот все такое стоит. Это крыша. Не знаю, зачем я ее сделала. Просто был дождь, и типа, не знаю зачем. Надо ее обязательно переделать. Дальше звоночек. Прикольно, да. Дальше, такие вот дверьки, самые крутые, я не прям тащусь, а вот таких вот дверей. Дальше. А, что могу показать тут? Сейчас я включу. Где включатель? Нет. Так, стоямба. Почему я не поставила выключатель? Нет, тут он понят. В смысле? Так. А он один тут, разве нет? А, да, один. Вот. Тут, значит, можно раздеться. Тут курточки, там все классно. Тут вот такая вот кожа зверя. Зверя. А, тут шкафчики тоже. Там можно что-то положить. Аквариум даже есть. Ну, тут, конечно, не настоящие рыбки, просто типа плавают. Ну, он классный. Вот так вот, вообще класс. А, дальше, такая лестница у нас идет. Дальше. Это для малышей, ну, типа, не знаю, зачем я ее сделала, но ну, как-то так. Это холодильник. Вот такой вот классный. Можно покушать. А, вот. Что еще показать? Даже не знаю. Вот. А, плита. Дальше. А, ну, тут вилки, ложки, все такое, ножи. А, вот тут для супа, тут типа я нарезаю морковку, ну, в общем, понятно. Тут можно, ну, это типа банка с печеньями, просто я не знаю, где взять печенье нормальные, обычные, но когда тут ложат какой-то предмет, показывают, что это настоящее печенье. Странно. Вот. Тут как бы не едят, тут просто как бы, ну, лежат всякие там продукты, может, еда. А вот тут уже едят. Там суп, что-нибудь такое взять. Дальше у нас стоит бойлер с водой. Но я не знаю зачем, но типа он классный. Вот, мода, как у Unfine почти. Некоторые скачивала сама, некоторые брала у Unfine. Например, Blocks. Ford, по-моему, Blocks брала. Дальше, телевизор. Он не включается. Зачем я утку взяла, вот скажите. И почему он лежит жопой? Ну ладно. Дальше диван. Мне нравится в диване то, что можно сидеть на любом месте. Хоть ты на этот сядешь. Хоть ты сядешь в серединку. Хоть ты сядешь, не знаю, тоже нету, да, места. Вот. Дальше, это еще не все. Дальше я вам показываю. Открою-ка вам вот так вот секрет. Дальше тут у нас стоит рояль. Ну, да, рояль. А, вот такой вот. Просто, чтобы играться, игрались люди. Да. Вот. А, да, то, что я могу показать. Это еще интереснее будет, вообще пипец. Так. Тут у нас еще вот такая вот штукенция стоит. Не знаю почему, потому что я не придумала нормальной идеи, что туда поставить. Тут можно отдыхать, почитать книгу и все такое. Тут тикают часы, кстати, если прислушаться, они реально тикают. И, блин, прям боюсь показывать, ребят. Подождите, потом. А, вот тут, вот, значит, тут можно, тут вещи, как бы, ну, вешалка. Можно посидеть, тоже, поразговаривать. Ладно, уже не буду тянуть. Давайте я вам покажу самые крутые машины, которые у меня есть. Это байк, он очень классный. Дальше, вот такая вот машина X3000. О боже, ребят, вы просто не знаете, какая она классная. Ладно, не буду показывать, хотя можно, в принципе, показать сиденье. А, ну, что такое сиденьюшко у нас? Не буду никуда ездить. Просто сяду, вот такая вот рамочка, вообще жесть, рама. Чё? Вот, тут такой вот руль. А вот тоже можно сесть. Вот, в общем, я не могу сказать плохо о этой машине. Вот, дальше, тут можно, ну, тут как бы хавка лежит, там,
Ну, понятно, гараж, ребят. Что вы хотите? Вот, не спрашивайте, зачем вот эта штука, но это очень жестоко, но я тоже не хотела как бы брать. Но я не знаю, что делать. Я не знаю, что делать. Придется, ребятки. Вот. Дальше вот такие шкафчики. Тут можно открыть окошко, посмотреть в окошко. Дальше тут у нас нету света. Ну, то есть есть, но я просто не включила. Дальше самая крутая модель машины, которую я никогда не буду на ней ездить. Просто буду коллекционировать, потому что она реально крутая. Просто посмотрите на нее. О боже, ребят. О боже. Не представляете, какая она клевая. Просто не представляете. Смотрите, какой. Зарезу. Зарезу сейчас. Я не туда залезла. Я не туда залезла. А почему? Нормально же все было. Ну, не знаю почему. Типа, сюда ничего-то не залезаю я. Ладно. А почему я не могу понять, что за фигня? Я хочу сесть за руль. Очень странно. Почему не могу туда сесть? Фу, капец. Угу. И сейчас я это буду все как бы, да. Ну, не знаю, почему я туда не могу залезть. Ну, типа, вот такая вот машина. Тут нету такой штуки. Света именно. Вот. А так, вот такая бибика. У меня на участке, так сказать. Вот. И я бы... Вот, еще такая вот штука есть. Я бы, конечно же, сделала ворота. Хочу механизм сделать на вот этих вот воротах, типа, чтобы не сперли. Но, блин, я не могу распределиться, как этот механизм строить и на сколько блоков. И вообще, блин, помогите мне с механизмом, ребят. Как сделать самый простой механизм, чтобы эти ворота открывались. Типа, пумс-пумс-пумс-пумс. И закрывайте пумс-пумс-пумс-пумс. Тут... Играет какая-то музыка, но она типа играет, но типа не играет, ребят. Вот. Ну что ж, погнали, покажу вам этаж второй. Там особо ничего такого нету, потому что, ну, типа, он не слишком большой этаж, обычный второй этаж. Ну, не очень большой даже. Так, залезла, значит, залезла. А тут стиралка. Не знаю, куда я... Ну, я должна ее поставить, поэтому вот. Это геймерская комната. И да, хочу показать очень прикольный механизм тоже. Это не механизм, но, блин, кто знает этот мод, напишите в комментариях, он на самом деле очень крутой. Вот. Тут компьютер есть, он не рабочий, типа как компьютер, обычный компьютер. Это тоже как бы как обычный компьютер. И тут, по-моему, он с подсветкой. С подсветкой. Во, класс. Вот, а вот этот уже рабочий. Это роутер, это принтер. Это просто классно. Вот заходим, значит. Заходим вот сюда вот. И можем порисовать, полазить в интернете. Все, что хотите, приобретайте. Например, файлов. Ну, короче, интернет-магазин. Видите, вот видите, тут у меня Wi-Fi есть. Он как бы рабочий. Сейчас вот показывает время настоящее как бы. Вот. И вот интернет-магазин. Я в шоке просто. О божечки, ребят. Настоящий компьютер. А, не компьютер, а даже, скорее всего, ноутбук. Тут можно даже поменять обои себе очень классные. А, оставлю такие вот себе. Вот, я настолько классно не могу прям. И у меня есть интернет. Да. Тут у меня тоже как бы игровая. Тут можно поиграть. Тыс-тыс-тыс, там, я не знаю, как. Еще можно позагорать тоже. И еще прикольней то, что хочу вам показать. Ну, сейчас я вам, конечно, все покажу, ребят. Это еще не все. Вот. Сейчас покажу. Все, сейчас покажу, ребят. Эта комната еще не доделана, так что можем сюда не заходить. А, тут просто как гостиная. Ну, типа гостиная, да. Тут, ребятки, вот тут вот все начинается. Тут так вот садишься в закузи. И тут у меня еще есть рассвет. То есть рассвет падает именно на эту сторону. И классно, когда под рассвет купаться в джакузи. Можно посидеть, порисовать, пообедать.
Винишко? Не, ну а чё? Под закат чё бы не это, да? Потом искупаться. Вот. Тут какая-то штука лежит. Да. Тут у нас игровая. Игровая. Угу. Какая игровая? Тут даже спортивная, наверное, комната. Больше всего, чем игровая. Вот. Посиди там. Вот это вот. Вот. А чё у меня свет горит? Ну ладно. Послушать музыку, там попинать. Вот эта штука груша. Тут можно покидать рояль. В общем, вот эта вот штука вообще классная. Погнали дальше. Дальше, ребятки. У нас последняя. Это ванная немножко подлагивает. Потому что тут все вот это вот. Но мне больше нравится то, что... Посмотрите на это зеркальце. Посмотрите, какая тут милаха, ребят. О, блин, блин. Вот. Что тут есть? Стиралка, сушилка, щетки, ванночка. Ничего особенного, но дойдем сюда, тут есть туалет. Обычный туалет, тут тоже включается свет, если кто-то хочет. Там, ну вы поняли, да? Вот. Я покакала, ребят, спасибо. Ну, надеюсь, что вот тут я не буду это делать. Также есть вот такое зеркальце, чтобы вдруг там заправился или не заправился, я откуда знаю, заправился, да? Так, надо включить тут свет. Обычная ванная, просто я хотела сделать ванна-туалет, но типа получилось так, что я сделала раздельно ванну с туалетом, первый раз делаю такое. Обычно я всегда ванну с туалетом вместе делаю, ну типа вот так. Вот, показала вам все то, что хотела, все то, что желала, так сказать. Вот, ну и теперь пришло время модов. Итак, давайте продолжим с вами. Открываю тут папочку, так сказать. Сядусь поудобнее, чтобы видно мне было и вам. Это тут я не буду ничего смотреть. Вот, если что, если какой-то мод не рассмотрели, тут есть вот такая штука. Рассматривайте тут. Тут я вам тоже все покажу. Итак, надеюсь, вам видно. Подождите. Я думаю, так хорошо будет видно. Итак. Что у нас тут есть? Как я вам говорила, вот такие вот компьютеры-роутеры, которые реально работают. Переходники, все такое. Это кабель, чтобы подключаться к интернету, да и к принтеру тоже. Вот флешки. Я по поводу флешек не знаю, куда они подключаются или нет. Но в компьютере я тоже тыкала, не получается. Оружие. Ну, тут бы я ничего не сказала про это. Дальше, техника. Вот это мощь. Вот это машины, ребятки. Покажу вам только светлые машины, так сказать. Ну, как светлые. Вот такое вот Ламборгини, короче, вот. Вот такая вот машина. Вот такая черная, вы тоже не видели, но... Я вам покажу вот так вот все. Обязательно скину ссылку, где я скачивала. Ну, надо только, чтобы подробная была ссылочка. Чтобы вы подробно посмотрели. А вот. Что дальше могу показать вам? Вот такие вот байки. Мне вообще была нужна машина. Ну, типа, как без машины, там, в Майнкрафте как дом построить, да? Типа, прикольно, когда с машиной там едешь. Все такое. Вот это прикольная машина. Вот какие я брала машины себе. По-моему, я брала, когда красную, я брала вот такую вот. И вот такая вот машина у меня есть. Вот эти вот, не понимаю, вот эти вот штуки, но я на них никогда не ездила, и типа, зачем, да? Вот, в принципе, все. Вот тут вот просто как для машин что-то такое. Вот тут, чтобы наоборот делать машину самостоятельно. Вот, вот эта штука команда экипировка. Ну, типа, все для машин, короче. Вот это уже идут мод. Мод на мебель, мод на технику. Это полностью мод, но я скачивала еще, потому что... Мне бы хотелось какое-то разнообразие в модах, поэтому скачала самые разные мода. Этот мод, кстати, у Анфай не взяла, если что. Ну, в принципе, я буду просто так листать, вы будете смотреть. Как бы вот так вот буду листать.
Можете посмотреть. Батут. Это еловый ящик какой-то. Это светло-серый коврик у двери. Голубой переносной холодильник даже есть. Выключатель, кстати. Цифровые часы. Современный телевизор. Диван. Кровать. Современная вот такая штука. Вот тут я прикольнулась над охлажденным пакетом. Ну, блин, это реально прикольно смотрится. По-майнкрафтерски. Пульт для телевизора. Нажмите для подробностей. Кстати, надо посмотреть, что это. Shift. Надо нажимать на Shift, чтобы посмотреть для подробностей. Позволяет нам дистанционно управлять телевизором для переключения. Сначала нажмите на в сторону телевизора. Вы можете включить с телевизора, присев и нажав на... О, подождите. Сейчас мы с вами кое-что проверим, потому что я тогда не включала ПК. Нет, не включала. Может, это типа работает на моде? Ну, типа, понятное дело, да? На Shift. Блиндер. Тыц. Нет, он никак не хочет включаться. Эх, жалко, конечно. Значит, надо другой мод попробовать. Обязательно. Дальше, ребятки. Тут мы с вами все посмотрели. Дальше. Тут не использую эти окна, потому что я не строила дом, поэтому и не использовала. У дом был уже готовый, просто я поменяла декор. Вот. Обычные. Ну, обычные, что тут сказать, ребятки. Дальше. Вот это дорожные знаки. Вот. Вот такие штуки. Просто проведу вот так вот линии. Сейчас. Ну, что я могу вам сказать? Классный, крутой. Я на нем, кстати, строила. Вот. Я хотела скачать мод, где-то написано, короче, по табличкам Мухосранск. Но мне не получилось, потому что нужны были какие-то дополнительные. И этот мод я скачала, ну... Нормально. Вот. Дальше нажимаем. Библиокрафт. Тоже из Unfine. Угу. Тут, ну, старческое такое. Мне не очень нравится. Но часы есть. Картина, рамка. Ну, это не годолаемая печатная машинка. Вот, блин, ну у нас есть техника для того, чтобы печатать. Я взяла только для банку с печеньем, ну, это как бы для гаражей больше всего, по-моему, подходит. Вот это вот все, типа старческое. Шуруповерт. Ага. Дальше, это больше светильники, там поставить в комнате было очень классно. Декорации. Ну, это окна. Это, по-моему, я, по-моему, знаю то, что это для... камина, по-моему. Точно не знаю. Верстак для декорации. Дальше вот такая вот заборчик. Окна вот такие, короче. Это кисточка, не знаю, в общем, вот. Декор арт. Тоже у Unfine. Дальше декор ванная. Крутая, кстати. Не могу ничего сказать про нее. Просто крутая. Дальше нажимаем вот сюда, вот, декор спальня. Вот такая кроватка, колыбелька, расческа, стеклосфильная машинка, обручальное кольцо. Вот. Что еще вам показать? А, вот такая вот прикольная часу Кендра. Но я не могу поставить такую крутую кровать, потому что не хватает места. Не хватает. Очень жалко, что не хватает. Спальня? Что сказать? Дальше. Не знаю, что это такое, но типа барьерчики. Магазинчики. Ага.
Вот. А тут больше всего, когда для кладбища подходит урна с... Не буду говорить. Просто приметнемся в другую сторону. Тут двери. Дверь еще Я нет, их обычно использую. Я их, короче, обычно использую для комнат. Ну и там все такое. Декор, еда. Очень классная. Очень классный мод. А, тут прям все такое реалистичное. Например, свинья на блюде. А, миска с лапшой. Вообще классно. Мне прям оно зашло. Молоко. Вот. Очень прикольно. Тут есть полурусские, полуанглийские. Вот, например, как вот это, вот это. Вот. Все, приманяемся дальше. Тут декор праздники, но это больше к Новому году подходит. Ну, как вы видите. Вот. Такой вот классный домик, блин, вообще класс. О, а это, кстати, не видела почему-то. Не знаю, почему, Алина. Вот, подарки. Ну, больше всего к Новому году. Тут очень прикольный мод. Кухня. Мне прям зашло. Я просто балдела, когда обустраивала кухню, потому что тут все есть. Все то, что нужно для хозяюшки. Обеденный набор, чайный набор. Есть очень много наборов. Гладильная доска, пивная кружка. А, ну, блин, тут, ну, просто я не знаю, как сказать все вместе. Ну, в общем, скачивать этот мод очень классный. Вот. А, стулья. Вот такие вот штуки. Вообще разные. Декор освещения. Я бы его вообще убрала, потому что мне кажется, то, что, ну, где я его буду использовать? У меня уже есть свет, и этого вполне достаточно. Поэтому этот декор, ну, как бы мне не очень пригодился в постройке. Дальше. Декор гостиная. Вот эта вещь, конечно, да. Я как бы не пожалела то, что скачала. Да я вообще не пожалела то, что вообще скачала мода. Вот. Поэтому тут как бы говорить об этом, ну, особо нечем. И мне очень понравился вот этот вот диван. Короче, он прозрачный. Ну, как бы сказать, полупрозрачный. И, короче, вот. Ну, блин, ну, согласитесь, это очень прикольно. Такой садишься, как будто бы на кактус. Вот, клетка для птиц. Шкура черного медведя. А я думала, то, что это волк какой-нибудь. Ну, не знаю. Вот такой вот диван. Вот. Вот такой вот большой аквариум. Вот такой вот маленький у меня сейчас стоит. Вот, прялка. Блин, почему она напоминает Малефисенту? Не знаю почему. Дальше. Это больше всего к магазину относится, когда вы построите свой магазин. То есть тут есть все необходимые продукты для магазина. То есть тут есть банкомат. Ну, как банкомат, чтобы считать денежки. Тележка есть. Хлебы. Дальше касса. Вот такая вот не показывается. Вот это уже банкомат, чтобы там снять. Вот тут уже вещи, если вы хотите не магазин продуктовый, а хотите одежда, пожалуйста, все есть, очки, одежда, мальчик, девочка, вот. Дальше, декор офис, вот это больше к офису относится, очень прикольно, кстати, вот. Дальше, декор, что это, кукла, это куклы, в принципе, ничего особенного. Бэтмены, ну, все то, что тут есть. Вот. Декор религия. Угу. Ага. Угу. Вот. Тут у нас декор наука. Я бы, если когда, если я буду строить больницу, обязательно. Вот для этих модов я хочу построить больницу. Они реально очень классные, блин. Ну, почему бы не построить, да, из них? Все есть. Ну, как бы. Наука, оно как-то подходит больше к больнице, мне так кажется. И кровати, и все. Да. Декор табличка. Табличка это когда вы можете пойти в магазин, и вы не знаете, куда пойти, в какой отряд, отделение, чтобы пойти, например, за продуктами. Есть все. Вот. От карт до карт. И последнее. Спорт. Вот. Я о чем я вам говорила. Это лестницы, ну, просто лестницы, какие, шурупы, или как это они называются, не знаю. Декор хранения. Хранятся там, например,
в подвале продукты какие-то там, определенные бочки. Вот. Багаж, сейф, например, чтобы нет. Декор технологии. Вот это не рабочий, как бы, который я вам показывала в первом. Просто как декор. Вот. Раньше я думала, что это телескоп, а это просто обычная камера. Ну почему так? Декор игрушки. Вот тут больше разнообразия в игрушках. Очень классные. Вообще, и главное то, что они на русском. Практически все. Качели Сначала вот классные. ты не идешь, да? Вот. Очень прикольные игрушки. Даже есть баскетбол. Ну, правда, он не рабочий. Просто можно поставить как для декорации. Вот эта игрушка мне прям понравилась. Не знаю, что это такое. Лошадка. Полулошадка, так сказать. Декор, а трофеи. Это трофеи, как бы ничего особенного. Декор двор. Вот это вот уже я бы вот реально вот скачивать эти декоры вообще классные. Оставлю на все ссылочки в описании. Просто на все. И все они рабочие, ребят. Да. Если их главное, если их правильно скачать. Просто пролистаем. Вот я вам говорила про радужный гамак. Есть вот такой вот белый, а есть радужный. Согласитесь, что радужный круче. Я вот больше радужный приобрела. Можете другой какой-нибудь взять. Я не буду против. Конечно, я буду против, да? Нет, конечно. Вот такая вот прикольная качелька. Очень прикольная. Ну, тут зонтики. Охлажденные напитки. Дальше гриль. Последнее Open Blocks. Open Blocks, как он файни, все то же самое. Тут, как он говорил, тут можно раскрашивать стены. Но не только, тут есть трофеи, есть, ну, все. Вентилятор. Вот, смеситель краски. Он смешивает любую определенную краску, которую вы хотите. Либо же можете использовать тут краску и просто покрасить стены. Очень классно. Очки. Удивительные яркие очки. Кстати, можно сейчас одеть. Смотрите, какая классная в этих очках. Вот. Взять кисточку определенного, например, цвета, да и покрасить. Тут даже есть рисунки. Вкусный клей. Я правильно прочитала? Вкусный клей. О, боже мой. Эпичный стиратель, губка на палочке, курсор, указатель, резиновая швабра, золотой глаз, буквы. Написать магазин, но только по-английски, потому что тут русских нету. Чародейская книга. Книги, 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 книги. Тут есть даже инструкция, по-моему. На Open Blocks. Когда вы скачиваете Open Blocks, у вас высвечивается, ну, как бы вот тут вот. Вот тут вот высвечивается книжка, как бы инструкция. И вы можете просто прочитать ее, просто просмотреть. А с вами была Полина. Всех до новых встреч. Всем пока-пока.